Без бомб воин, натиск воин. Ну, походу, вы на легендарке, да? Опаньки, братан! А у меня восковой ярости не первый ход. Это изи 11-я победа. Братан, давай домой. Домой, домой, братан, домой. Сейчас мы тебя яростям уничтожим, даже без раскопок. Послушный огонь. Уай, сраный батлкрай. Да, бля, слушай, это же Ктун воин со сраным батлкраем. Это же реально проблема, потому что это сраный Ктун воин со сраным батлкраем. Прикинь? Ой-ой-ой, блин, это не обилка, это что-то нереальное. Это самая сильная обилка за всю историю дуэли. Как близы ее сделали, я не знаю. Мне кажется, они мудаки, уроды и дебилы. Ну, вообще, надо же головой думать. Ой, блядь, ну началось. Вообще, вообще, да, вот это, конечно, имба для Ктун воина. Имба имбовая. Имба имбовая имбешная. На 5 дешевле, на 5 дешевле карты, господи, ты можешь на первый ход сыграть что-то за 5 маны. Ну как так можно, я не понимаю. Еще и кто накачаешь. Это гораздо круче, чем двойной батлкрай, в разы круче. Ты вообще нормальный там, нет? Вот, пожалуйста, батлкрай. И он еще взял карту на 5 дешевле. Ты вообще, блядь, нормальный там, нет, блядь. Блять, близы уебаны, блять, отбитые, сука. Конченые уебаны на близах. Они, блять, просто от балды, блять. Рисуют какие-то карты, блять. Пассивки, блять. Просто от балды, блять. А давай на 5 дешевле, а давай, блять. Мудаки ебаные, блять. Что это, блять, за карта вообще? Как можно, блять, такую пассивку-то придумать, блять, пидоры вы? Вот пидерси ебаные, а. Здравствуйте, мы ебаные пидерси на близах. Сейчас его, блядь, еще и выиграю. Я просто жопа горит от этих пидорасов, блядь, безмозглых, а? Бля, у меня ж тут батлкрай. Иди нахуй, это мои батлкрай. Сейчас Джандис спиздил. Смотри, спиздил Джандис, сейчас сыграет у меня Джандис, я охуею. Нахуй иди! Ёпта. Хоть бы он цветок спиздил, хоть бы спиздил цветок, а? Хоть бы спиздил цветок. Блядь! Тупые пидоры на близах, блять, а. Просто конченые пидоры. Алло, это сообщество тупых пидоров? Можно Бена к телефону? Ты урод и дебил. Спасибо, Иван, спасибо. Давай, 8-1. На, сука, блядь! Шендеренда! Он еще Ктуна сейчас ебанет. Кстати, Ктуна мог тоже на 5 дешевле вытащить. Да хуй знает, хуй знает. Пушка у нее, смотри, какая. Первая раскопка пришла. Играем с одной пассивкой, считай.
Ачивку какую-то получили. Выше! 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 Чувак, выше. Что сдается, тут будут одни противники с этой фальшивой на мяч. Ну, наверное, да, наверное. Еще! Еще! У тебя 6 упоротых 5/1 будет на столе. Еще! Чувак. Все хуйня, если честно. Все, Густину на всякий случай перемотать, вдруг нам заявит за нее. За Агустину могут предъявить. Бля, если бы не этот чувак, уже бы без шансов ползли бы на кладбище. Только он нас держит. Да Дейнзо-то дожить еще надо. Берет по 2 карты вход. По 5 маны вход получает. 2 карты вход, 5 маны вход бесплатные. Охуеть пассив. Кто, блядь, я не знаю, это придумал. Какой пидор. Какой-то пидор. Пидор! Еще! Сука, блядь! Сколько раз умирал? Много! Еще, блядь! А, ну да, он же пока не работает. Он может 2 ктуна ход ебануть теоретически. Там и так ктун уже огромный. Чем думали близы выпускают свечника 5-1? Да свечника, блядь, хотя бы сальнисить можно, превратить можно. У мага же у всех шаманов-то превращали-то есть ебаные. На него ответ хоть и есть, сальнис. На пассивку никакого ответа нет. Ну свечник тоже крутой чувак, конечно. Ну даже не близко. На тебе пидерсия, блядь. Ходи вот так вот. Чё, блядь? Не нравится тебе, да? Не нравится, блядь? Не нравится тебе, блядь? Вот что бывает с наёбщиками Лари! Вот что бывает с наёбщиками Лари! Лари, вот что бывает с наёбщиками! Чувак, ну вот реально тот, кто придумал и выпустил этот пассив. Мы даже это не будем ставить. Вот что бывает с наёмщиками, Ларри! Вот пассивку бы на армор, было бы другое дело. Ну, короче, Энзота можно не играть. Лорд Баров. Ты что, дурак, блядь? Какой Лорд Баров? Пиздуй на кладбище, говноед! Ну, карт он сейчас возьмёт, да, возьмёт карт. Ну, причем все еще может выиграть, потому что там ктун довольно большой. Ктун-то под двадцаточку, да, уже? Давай, возьми, блядь, карту. Хуй же, блядь, нет, блядь. Просто пиздец какой-то. Вот что бывает с наёбщиками! Так, ну что, мы его как бы будем убивать, нет? Мне теперь даже... Ну, натиск сыграем, сыграем натиск, конечно. Ну, это, наверное, опаснее, да? Я хуй знает, что он делает. Может, обоих убьем? Что думаете? Давай на всякий случай законтролим. Хуй знает, что там. Зота играет, ты что, с ума сошел? Нет.
Там может быть пятерка, которая всех санлистов убивает. Вот тогда мы сыграем Энзот. Там может быть спел за 5 маны. Всех посанлистов, всех убить. Ну тоже ответ, хоть и редкий, это же сокровище. Давай, возьми карту на 5 дешевле. Давай, давай, не стесняйся. Давай, сука, блядь. Уничтожай случайно существо противника. Иди сюда, педерсия. Давай, подходи, блядь. Бешенство. Не успеет туна бахнуть. Он может двух заход сыграть. Та-та-та! Он заслужил. Да ты охуел! Единственного! Ну, почти единственного, который, блядь, тебя не убивает, пидерсия. Ща ты, сука, огребешь! Ща ты, сука, огребешь! Вот что бывает с наебщиками, Ларри! Чё у нас? 14, 19, 29, 34, 42, 51. А тут 52. 14, 19, 29, 34, 42, 51. Вот что бывает с наёбщиками, Ларри! Вот что бывает с наёбщиками! Сука, Блэд. Блин, а мне ничего отсюда не надо. Я ничего не хочу. Можно без этой хуйни, пожалуйста? Плиз, без этой хуйни, плиз. Ну это хуйня, хуйня, ребята. Это постная хуйня. Все хуйня. Спасибо большое, Вань, спасибо. Вторая? Не, это больная как раз. Это все нахер. А раскопок нет. А у нас пассивка на раскопки. А хуй тебе, а не раскопки. У нас, блядь, либо пассивка, либо, блядь, раскопки. Надо, блядь, выбирать. Выбрал пассивку, сиди без раскопок, блядь. Хотел он за 12, блядь, матчей раскопку получить. Нет, есть только хуй. Блять. Блять. Блин, мы выиграли этого чувака только из-за 5-1. Не было 5-1, за обе щеки бы взяли. Просто без шансов. Просто без шансов бы заглотили. Ну это ж просто запредельная пассивка на Battlecry. Господи. На Ктуни с такой-то пассивкой, я не знаю. Ну, не знаю. Надо было Лима 4/4 с СПД и раскопкой брать. Тогда больше шансов на дроп раскопки было бы. Проверено, чувак. Не могут такого же скиллового. Они там всех пидоров будят. Сейчас думают, бля, что ж с ним сделать? 11-0 идет, чувак. Срочно, срочно. Все центры подкрутки. Максимальная мощность. Бен, садись на свой велосипед без сидушки. Его надо остановить. Дайте кому-нибудь две пассивки на Battlecry, блядь. Little Lamba пишет, убей одного 5-1. Вот что бывает с советчиками, Little Lamba! Блядь, что за зод, блядь?
задержкой в развитии, чувак. Какого хуя, блядь, ты говна там ебал с такими пассивками, блядь, ты вообще ёб твою мать, а? Battle Cry, с первых ход, карта на 5 дешевле, поехали! Пиздец, приехали, блядь, ёб твою мать! Блядь, нужно 5-1, иначе нам пиздец, можно прям до 5-1 мулиганиться. Вот что бывает с батлкраями, Ларри, блядь! Сука, блядь! Заебись, пассивочки, да? Заебись! А чё бы на первый ход вот это вот не ебануть, блядь? Ёб твою мать, блядь! Давай, батлкрай, за две маны, батлкрай! Ебаш, блядь! Пидор, блядь! Ну говна накопали, если честно. Ну говна накопали. Накопали мы говна. Проебали мы весь темп. Нужен 5-1. Блин, я сейчас буду плакать, ребята. Это просто нечестно. This is unchestно. Но это что-то, я не знаю, близы, блядь, отбитые пидоры, блядь. Они вообще башку не думают, когда, блядь, выпускают, блядь, эти пассивки. Они, походу, блядь, я не знаю, какую-то тройную порцию кокаина ебанули, блядь, когда это придумали. Давай, батл край! Топ-декай, блядь, пидерсия, блядь. Край, каждый ход. А где ж мои раскопки каждый ход? Ах, да. Пизда, блядь. А ну, блядь, ведмедя, блядь, на стол, блядь. Быстро, блядь, ведмедя, блядь. Мне на стол, блядь. Блядь, ну сейчас на сальниц налетим. Будем плакать. Будем горько плакать. Дальше, конечно, говна полная. Чую сайленс. Чую сайленс. Жопой чую сайленс. Battle Cry. Каждый ход. Ведмедя давай на топ дек. Быстро.
шамом, как сожжем билетику сам. 44 карты, редкая будет карта. Нахуй иди, блядь. Пиздец, блядь. Давай бесплатно сыграть, чё бы нет, блядь. Мудак. Блядь. Ну это вчера хуйня лютая. Говорили, что Рома на стримах не плакал. Кажется, бля, ну это просто пиздец какой-то. Время, просто пиздец. Чувак. Я грустная панда. Короче, пока нету ебанину не понерфит, можно ливать из дуэли, потому что, ну, нереально. Просто нереально играть в дуэли сейчас, когда есть эта хуйня. Ты либо играешь на ней, либо ты не играешь вообще. Ну, не забудь, что билетика надо закарабтить, чувак. Две маны остаются неиспользованными. Да где ты в 7 по 7-то видишь, блядь? Ты дурак, что ли? Ход говна у нас. Я знаю, что не остановили. Тут не было крутого. О, он медведя сразу нашел с первого раза. Давай, больше бы тот край. Не, ну это что-то я не знаю. Просто ебанутый на всю голову отбивка. Тупой ебаный на близах, блять, какой-то лютый канцер выпустили. Ну, может, еще ход доживем на Энзота, я хуй знаю. О-о-о.
тайна! Блять, Антон, это ты, пидор тупой, механики плохо знаешь, дебил, блять. Эксперт ёбаный, блять. Иди нахуй, говноед, блять. А где же, блять, где же раскопки? А нету раскопок. Нету, взял пассивку на раскопки. На тебе пассивку нахуй. Блять. Этот дебил во время хода весь чат засрал, а потом еще ты механики плохо знаешь. Это ты, блядь, механики плохо знаешь, пидор тупой. Дэмэдж наносит Shadow Flame, блядь, Shadow Flame. Заклинание наносит дэмэдж. Не огр, блядь, не какое-то другое существо, блядь, а Shadow Flame. У Shadow Flame нет, блядь, лайфстила, блядь. Понял, пидор, блядь? Дебил, блядь. Похилился бы, и все хп бы отхилил. Не нахуй, блядь, мудила. Вот что бывает с дуэльщиками. Вот что бывает с раскопщиками, гном. Давай, возьми пассивку на батлкрай. Покажи мне, блядь, пидрила, пассивку на батлкрай. Да пошел ты нахуй, блядь, говноед ебаный, блядь. Ёб твою мать, блядь. Ты нормальный там вообще, нет? Пидор, блядь. Ёб твою мать, где ж моя такая карта? А, вот такая же, блядь, с такой же, блядь, пассивкой. Да походу у всех, кого 8 побед, это пассивка ебаная. Я один тут заблудился случайно, не знаю, как сюда попал. Смотри, он сыграл карту с батлкраем, обрати внимание. Да ну что это такое, блядь, близы, блядь, сука. Вы, блядь, отбитые пидоры, блядь. Отбитые пидоры, блядь. Батлкрайм сыграл, блядь, взял карту, он стоит на 5 дешевле. Господи, какие же они говноеды, а. Просто говноеды на близах. Что это, блядь, ёпту. Бля, ну это пиздец какой-то. Просто пиздец. Просто пиздец. Я просто в ахуе. Кончалыги, блядь. Как можно было такую пассивку сделать? Ну, посмотри, он первый ход походил. Батлкрай, смотри, батлкрай. Карта на 5 дешевле. Ну, давай, покажи, блядь, что там взял на 5 дешевле, блядь. Показал, блядь. Может тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Привет, Роман. С утра прочел гороскоп. Хуем, а не лайк. Что бы это значило? Не могу понять, чего хотят звезды.
чувак, ты мясо что ли поел? Чувак, ну все ждем финальный раунд против этой пассивки. Чувак, соберись, ты еще можешь выиграть. Чувак, у тебя лицо не на 12, тебе с таким лицом никто победу не даст. Не самые сильные пассивки, но, что могут, сделают, чувак. Кто крутил рулетку и поймал молчащего полчаса гнома? Чувак, я. Чувак, это точно прямой эфир. Чувак, давай есть надежды. Чувак, сходи взбодрись. Умойся. Чувак, никому не говори, но я болею за тебя. Чувак, тебе с таким лицом никто не даст. Чувак, никогда не сдавайся. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? На восстановление. Чувак, чувак, скоро осень. Чувак. Чувак, у тебя лицо скучное. Ты урод и дебил! Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Чувак, тупые никому матери, не говори, те, которые но не я так болею ударим. За пассивку. Блядь! Голос ржул. Смешная партия. Не в обиду, а ха-ха. Ты все проебал! Чувак, теперь соседи знают еще слова пассивка. Чувак, никому не говори, но у тебя размер пассивок маленький. Раунд 4, файт. Чувак. Чувак, ты дошел до 11 побед без этой имба пассивки, это значит, что ты скилловый.
комментируем игру вместо Романа, чувак. Чувак, кажется, ты идешь к победе. Чувак, никому не говори, но я болею за тебя. Чувак, никому не говори, но я болею. Чувак, не говори. Чувак, что родители уже в квартире, и ты убрал весь мат из своей речи. Чувак, мы взвесили все карты на нашей руке и пришли к выводу, что мы сосем. Чувак, наша энергия с тобой.
сколько я не искал золотого святого, чудо грубый оскал, чудо черное слово, чудо грубый оскал, чудо черное слово, сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном, любовном, любовном обмане, на любовном, любовном, любовном обмане, 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 ани, 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 ани. Знает, что это такое, что такое остров мой человек. Мой остров в океане, вывает тысячи век. Никто не знает, что это такое, мой остров человек. Интересно, как они тестировали? Я тебе, блядь, расскажу, как они это тестировали. Значит, два разработчика такие: ну что, блядь, Эндрю, пойдем потестируем новые пассивки? Да нет, пойдем лучше в жопу, блядь, подолбимся, блядь. Каждый день любим и долбиться в жопу, блядь. А на тестирование мы уже не, нет у вас времени, блядь. Ну в жопу так в жопу, блядь. Ну пойдем, блядь. Ёбаные, блядь, близы. Все в дуэлях нормально. Баланс, блядь. Мы сейчас 33 новые пассивки выпустим. Нормальные будут зомби. Пидорасы, блядь.